Работы, мусор убрали. Я братишка приехал, бля. Такой херней. Обрабатывать землю. Я рад, что называю. Чтобы земля была более, ну, разлохмачена, разрытая. Что? Вас снимают. Такие вот работы, блин, производим. Белоруссии, бля. А по-другому никак, надо сначала вскопать землю, а потом уже вот так вот обрабатывать. И еще убирать лишнее, бля. О, мусор убрали, закопали мы мусор. А сюда принесли песок лишний, где была... Костерище. Мусор в другом месте закопали, а вот сюда принесли песок, засыпал. Вот так. Братишка у меня молодец. Вообще говорил, что сегодня не смогу. Смогу в субботу или воскресенье. Да, в субботу или в пятницу. Ну вот уже фигарит сегодня приехал. Как обычно, блин. Пошла мостовка. Что еще хочу показать по дому. Совмещаю сейчас работы в доме. Потому что правильно написала в комментариях женщина, что надо ловить момент, сезон. О, воробьи что-то воруют у меня. Видите, какой же лучок подрос совсем. Это простой, это красный повылезал. Там немного щавеля вылезло. Здесь еще не смотрел. Вчера сделал вот такие клумбы и посадил какие-то цветы, не знаю, сажаю просто, как там это называлось, там виолы какие-то. Ой, травка здесь уже повылезала у меня. Наташины цветочки один. Один даже расцвел, можно сказать, вот так. Видите? Радости, полные штаны. Честно. Очень приятно, когда ты смотришь, понимаешь, что это ты посадил. И красота. Ну и вот. Поливаю. Сегодня не поливал. Слишком, наверное, часто нельзя поливать. Там грядку делаю. Не знаю, слышно, не слышно ветер. А вот клубничка. Вы спрашивали про клубнику. Вот уже такая клубничка у нас. Это остатки. Мы больше ничего такого не сажали. Ну, мне тут еще осталось пару дней, ибо я иду в Баранычи. Поэтому думаю, что не попробую. Крыжовник. Видите, какой? Есть. И смородина черная тоже есть. Так что вот так. Мелиорация продолжается. Валера, отойди! Он видит, все, отойди просто. Он боится твои ноги. Встань здесь, Валер, за это. Ну что, он тебе по ногам не проехал? Он боится. Дядя говорит, типа трава росла. Все это якобы сделаешь. Возможно, сорняки пойдут, ну не знаю. Я все это уберу, всякие корни, и посажу траву тогда. Она потом здесь хочет посадить кусты.
Это наша территория где-то вот там, где забор начинает. Хорошая машина, блин. Можно гулять, пока силы есть. А, еще хотел показать. Уже пол собираюсь. Все откладывал. Там покраска, там. Уже начали заниматься, положил подкладку. По большому счету, видите, уже стены готовы. Здесь уже покрашено, осталось только лаком покрыть. Но... А Олечка там у нас продолжает шлифовать. Так, закрылась. Понятно. Пока закрылась. Потом зайду, покажу. О! Хорошо? Ну вот уже начал полы класть. Тут надо будет отрезать чуть-чуть. Вот. Этот сошелся. Здесь прижму дюбель гвоздем. И здесь надрезать надо будет кусочки. Все будет окей. И будет красота. Ну что, ребята, продолжаем работы. Уже такие. Ну, смотри сама. Первый слой положил пропитки на балки. Пусть подсыхает. Мастер у нас уже загрунтовал стены, потолки. Начнет красить. Немножко начал прикидывать, как пол будет смотреться. Вот. Сейчас здесь тоже положил. Допилю. Уложу. Вот, и надо будет двигаться в сторону Наташеньки, забрать ее из города и привезти на выходные. Блин, как обычно, одного дня не хватает. А, вчера я еще вот временно отбил косяки, ну, чтобы не торчала вся эта ерунда. Здесь потолок надо подбить. Все это так, чтобы... Более-менее был вид, потому что буду уже уезжать потом. То вот так, это все по дому. Это все по дому. Так, это здесь уже все такого цвета будет. Еще лаком покроется. Так. Идем дальше. Да, кстати, травка уже пошла так, знаешь, активно. Травка у нас активно растет. Здесь. Там уже, кстати, под кабачки вышли. Под этим спанч-боб, как его называют. Спанбенд или как он. Вот лучок простой. Здесь уже красный лучок появился. Уже тоже начал активно ходить. Саша, привет, будет все полу здесь. И щавель вон полез. Посмотрим, когда поднимем, что там с тыквами, с арбузами. Вот. Как-то так. Цветочки я уже вчера не поливал. Слишком много их поливать тоже вредно. Моя клумбочка. Тут два раза крот прошел. Вот когда я ничего не делал, крот не помогал. Как я сделал крот, дин-дин вылез. Ну посмотрим, как идут эти виолы. Пойдут. Пока вот так. Погода сегодня не солнечная, но, как говорится, дождь не нужен. Но ласточки летают что-то низко. Поют, поют. Слышите, как поют? Вот куда он там, этот листик? Хопа, под крышу. Там где-то гнездо не свили, походу, у меня. Ну, ладно, пусть живут.